Сенсационное сообщение. Известная международная организация Комитет 19 направляет свою экспедицию в Африку на эпидемию новой неизвестной болезни. В составе экспедиции лауреат Нобелевской премии профессор Тэтчер, профессор Тансон, доктор Асеведо, госпожа Берутти, профессор Смоленцев, сэр Годфри Чемберс. Стреляют! Welcome to Africa! Welcome to Africa! Welcome to Africa! Вы ввели старику препарат B8? Да, разумеется. Это какой-то кошмар, Господи, со времен войны. Умер. Препарат B8 тоже не действует. Первое. Это энцефаломиелит в исключительно тяжелой форме. Второе. Он не поддается вакцинации. Третье. Инкубационный период резко сокращен. Новое достижение нашего сектора Z. Энцефаломиелит, вызываемый штаммом, против которого нет средств защиты. Это карта маршрутов птичьих перелетов. Они могут запускать свои эпидемии куда угодно, в любую часть света. Птицы страшнее ракет. Они не могут ошибаться. Тысячелетиями они возвращаются весной в ваш город, в ваш сад. Вы же не можете уничтожить всех птиц. Это идеальный боевой вирус. Противник уничтожает сам себя. Обычная процедура. Параграф 78 экспедиционного устава. Если причина поражения неустранима, и возвращение представляет потенциальную угрозу, группа подлежит самоликвидации. Работаем парами. Внутри станции. Последний чистит. Thank you.
Вариола вера. Пурпурная оспа. Распространяется так же быстро, как чума. Неужели болезнь вырвалась из города? Томск, Новосибирск, Ташкент, Тбилиси. Все, кто соприкасался с больными, должны быть в карантине. Седьмая, я четвертая. Давайте новый адрес. Все 3 смены, врачи, сестры, санитары, все остаются в карантине. Им даны чрезвычайные полномочия. Остановите поезд. Берем курс на Москву. Не хватает вакцины. Вакцина кончилась. Прививки прекратились. Москва не приняла ни одного самолета. Не хватает вакцины. Вакцина кончилась. Прививки прекратились. Москва не приняла ни одного самолета. Не хватает вакцины. Вакцина кончилась. Прививки прекратились. Москва не приняла ни одного самолета. Груз для крупной диверсионной операции в Ленинграде, способной уничтожить всех его жителей. Необходимо как можно скорее исключить очаги заражения. Пока на улице мороз, инфекция менее активна. Это секретная информация. Если они нарушат договор о неприменении отравляющих веществ, то вся наша союзниками химия будет вылета на весь Третий Рейх. К немцам нет никаких претензий, никаких договоренностей они не нарушали. Русская лаборатория, русская инфекция. Да, крепкая советская власть. Три дня до весны. Все остаемся здесь, пока не закончится инкубационный период болезни. А сколько нам осталось времени? Не успеть. Нет смысла. Мы все погибнем. Но это несправедливо. Мне нельзя сейчас. Нельзя, понимаете? Кто дал вам право распоряжаться нашими жизнями? Кто? Кому нужна была эта сумасшедшая спешка? Сергей. С непроверенной камерой, я говорил вам. Мы проводим исследования зараженных сотрудников. Постановку различных реакций.